Нова, я изучил ваши данные Старсониса и Тирадора-9. Они убедительны, но я не могу выступить против защитников, пока мы не знаем, кто их лидер. Верно. Но у нас есть кое-что еще. Тирозин, вы же знаете, что он делает с людьми. Галлюцинации, безумие. И все же он крайне эффективен для восстановления памяти. Он прав. У нас нет другого выбора. Делайте, что нужно. Протесты нарастают. Вам нужно немедленно эвакуироваться. Да. Я не допущу насилия у стен дворца. Нова, возвращайтесь скорее. И будьте осторожны. Ему бы это тоже не помешало. Он так не думает. Насчет тирозина. Я могу сделать процедуру менее опасной, вводя его микродозами. Восстановление памяти займет больше времени, но риск повредить твою психику значительно уменьшится. Значит, крыша не поедет? Убедил. Давай приступать. Старайся запомнить все, что увидишь. Обследование завершено. Хорошо, Нова. Теперь ты готова. Спасибо. Защитники многое сделали для Доминиона. Я рада, что меня назначили к вам. Адмирал верно сказал, что мы будем работать только с лучшими из лучших. Данные о задании в твоем визоре. Кстати, о визоре. В последнее время он как-то странно... Не волнуйся. Когда ты вернешься, мы обновим прошивку. Удачи. Ты в порядке? Я вспомнила, куда меня отправили в последний раз. Теперь я знаю, с чего начать. Точно помню этот город. Антиго Прайм одной из первых пала жертвой зергов. Это было во всех новостях. Но о защитниках человечества никто не упоминал. Выясним, что здесь произошло на самом деле. В файлах защитников были вот эти координаты. Остальное не помню. Придется осмотреть каждую точку, собрать данные и попытаться восстановить общую картину. Хорошо. Здесь мы развернем базу, но сперва нужно очистить местность от заражения. Это я могу. За работу. Ну что ж, всем снова здравствуйте, с вами, как всегда, Дезертир, и мы продолжаем играть в Нову, а именно во вторую главу ее эпичных похождений. Давайте послушаем новости от Кейт. Под стенами дворца на Кархале проходит организованная акция протеста. Обстановка накаляется, органы правопорядка готовятся к возможной волне насилия. Защитники человечества выступили в поддержку протестующих, заявив, что Валериан не может оставаться у власти и должен быть смещен любыми доступными средствами. Сам император покинул пределы дворца. Мы пока не получали комментариев от его администрации. Чё-то как-то хреново, Валерия. Итак, никаких полумер, выполните задание на уровне сложности. Так, уничтожить все строения зергов, 75 строений и боевых единиц зергов с помощью ядерных ударов. И выполнить это задание. Давайте попробуем выполнить все достижения. Как вариант, я, наверное, буду использовать это. Так, что это за новинка? Создает управляемую голографическую копию новой. Программа наносит 50% урона и получает 50 меньше урона. А точнее, на 50 больше урона. Ага, то есть вот такая фишечка, да?
Я понял. Я, наверное, все же возьму опять-таки меч. И давайте попробуем действительно вот эту штученцию. Поехали. Так, кстати, да. У нас есть вороны и новинка для них. А новинка — это рельстрон. Заменяет автотурель на электромагнитную турель, которая поражает всех противников по пути снаряда. Заряжает мародеров дополнительным оружием, которое раз в 30 секунд наносит цели 20 единиц урона. Вон оно как, да? Круто. Так, а это только на кого-то конкретного действует? Или есть еще у некоторых ребят? Ну, мне просто интересно. Ну, так как я воронами не пользуюсь, я думаю, сделаю мародеров. Так, у тебя только суперстимуляторы, которые я не подобрал, кстати говоря, почему-то. Ну, ладно. Так, давайте, собственно, поехали. Давайте. Нам нужно пройти вперед, и я думаю, мы это сделаем. Эта область подойдет для базы. Но, к сожалению, в ней еще хозяйничают заразители. Им осталось недолго. Чудесно. Взрыв уничтожил единственную яму заразителей в округе. Зерги больше не смогут их порождать. Нужно ограничить производство мощных войск противника. Отыщи все важные строения зергов. Хорошо. Я дам знать, когда ты приблизишься к одному из них. Ну что ж, давайте мы потихонечку начнем. Да, сэр. Я думаю, что мы будем сейчас выставлять оборону. Ну что же, пора проверить наши координаты. Нова на связи. И будем проверять наши координаты, действительно, как Нова и сказала. Но для этого нам нужно будет как минимум сделать нашу базу более хорошей и востребованной, дабы здесь было как можно больше интересных вещей. Потому что пока здесь ничего нету, я, скорее всего, буду идти через Голиафов. Опять-таки, я не буду себе изменять в этом плане. Мне нравятся Голиафы, они довольно мощное орудие тиранов. Поэтому Голиафы, как и впредь, будут мне помогать. Что же касается остальных войск, возможно, есть смысл использовать банши. Но для того, чтобы их производить, мне нужно построить лабораторию. Это уже не так выгодно. Поэтому, скорее всего, я построю реактор и буду производить больше мариносов. И буду вкладываться и в то, и в то. Ладно, давайте тогда уже сейчас посмотрим, что у меня вообще есть из того, что я могу построить. Я могу, естественно, построить мою замечательную оружейную. Или как она там называется? Инженерный комплекс. Ну, по сути, оружейка, грубо говоря. Что тут освободить? Это какой-то завершено. Мемориал, видимо, или нет. Ладно. Давайте попробуем посмотреть, что действительно находится в этих углах. Скорее всего, там есть какие-то плетки, еще что-то. Как нехорошо будет, если он меня заметит, не правда ли? Начинаю штурм. В атаку. Пристройка завершена. Как-то мне это совсем не нравится. Так, стоп. А чё ты, кстати говоря, начала подфризывать, подруга? В атаку! Мне просто интересно. Нова на связи. Порублю на куски. Ха. У нас три атаки. Давайте действительно воспользуемся начинаю возможностью, штурм. Пока нас здесь две новые. Мы вспомним, что же там было. Райгель, я нашла первую точку. Воспоминания размыты, я должна принять еще одну дозу керосина. Я буду на связи. Согласно нашим данным, эта планета — вероятная цель нападения зергов. Мы не хотим поднимать тревогу. Наше новое защитное оборудование нейтрализует всех зергов в случае вторжения. Разместите его, не привлекая внимания. Так мы сможем защитить гражданских, когда придет время. Принято. Первое устройство готово к активации, Максвелл.
Хорошо. Теперь нужно настроить его для борьбы с определенным видом зергов. Сделайте выбор. Это будет муталийский, либо черви Нидуса, либо ультраиский, либо хозяева стаи, либо скрытни, либо гиблинги. Я думаю, что гиблинги из всех пока что мне опасней. Ну что же, мы готовы двигаться дальше. Собака. Бесит. Замечен враг. Я не это имел в виду. Порублю на... Так, на самом деле... Я должна была помочь защитить планету от зергов. Как видишь, план не сработал. Как бы то ни было, ты подходишь к последним гнездам гиблингов в округе. Да? Хорошо. Сейчас я их уничтожу, и тогда мы избавимся от этих тварей. Я так и понял. Кстати говоря, давайте построим... Недостаточно Виспена. Тебя и построим тебя. Я вижу на сканерах войска зергов. Они приближаются с востока. Я подготовлю им теплую встречу. Недостаточно так. Виспена. Слышу тебя хорошо. У меня всего один вопрос, а почему у меня, собственно, идут такие дикие непонятные просадки аж до 10 FPS в некоторых моментах, вот ни с того ни с сего вообще. Ладно, давайте тогда сменим сюда, быстро переставимся и сделаем вот так. Давай, удиви меня! Почему бы и нет? Это... Все понятно. Главное, чтобы мои освободители не страдали. Замечен враг. Это не нужно. Кого подлатать? Так, а ты мне построй, пожалуйста, еще одну. Здесь нельзя строить. Будем уничтожать их тупо ядерками. Что с тряпанами? Требуются дополнительные хранилища. Порублю на куски. Ну что ж, требуются дополнительные хранилища, значит, они будут построены. Но чуть позже, пожалуйста. А, здесь, я так понимаю, есть еще одна база. И мы ее скоро... попробуем захватить. Пока что у нас нет такой возможности. Будем клепать наших дорогих друзей. Банши, я думаю, мы делать не будем. Входы метро заблокированы почему-то. Требуется доп. Хранилище. Это значит, что я не могу больше построить никаких юнитов. Это обидно. Ну да ладно. Сколько там осталось? 27 секунд. Задача выполнить ачивку. Чем мы сейчас, наверное, и займемся. Так. Будет сделано. Ага. Пока мы можем вот так сделать. Думаю, что это будет тоже правильным путем. Ядерная ракета улучшение завершено. Ядерная ракета улучшение. Завершена. Какова ситуация? Ну что ж, давайте просто сделаем бомбалейло. Бомбалейло. Бам-бам-бам-балейло. Шиби-ди-ди-ди-ди. Приближаюсь к цели. Замечен враг. Будет больно, да? Так, а стоп, а почему? Серьезно, ядерка их не убила? Че, правда? О боже, да вы шутите. Ладно, давайте тогда еще больше построим ядерок. У нас будет прям ядерное государство. Еще одна волна зергов. Откуда? На этот раз они наступают с севера. Хорошо. Говорите. Пере... План полета утвержден. Идеально. Переделаем все это дело. Снова на связи. Кому навешать? В атаку. Готов приказ. Слышу тебя хорошо. Ну, да тут рочики. Они изи цель. Вообще. Замечу. Слабенькие ребята. Так. Хотя, знаете, я думаю, лучше действительно проходить миссию, чтобы не затягивать, потому что я так чувствую, что я могу затянуть с этими ядерками. Давай, удиви меня.
Не, конечно, поприкалываюсь и пошандарахую пару раз ядерками по различным местам, но я думаю, что есть смысл все-таки какой-то сохранить, наверное, какой-то здравый смысл. И не шандарахать ядерками по всему, чему попало, а просто-напросто взять и, не знаю, пойти куда-нибудь, сделать что-нибудь полезное, например. Давайте уничтожать гиблингов в первую очередь. Я думаю, что мы это сделаем через автотурели, которые будут атаковаться гиблингами. Приступаю. Посмотрим, как это у меня получится. По идее, должно. Ворон должен их отвлечь таким образом. Я в этом, по крайней мере, уверен. Итак, выделяем народ. И ставим здесь туретки. Туретки. Вот, как я и сказал, они начинают атаковать именно туреточки. Мои туреточки. Выноси. Получай. Ворон, правда, поплатится за свою наглость небольшую, но ничего страшного. Ждут подтверждения. Порублю на куски. Резерв готов. Гнездо гиблинга. Слышу тебя хорошо. Приближаюсь к цели. Жду подтверждения. Начинаю. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Новых гиблингов мы больше не увидим. Кому навешать? Дикие зерги? Как ни странно, метро в этом районе еще действует. Но входы на станции перекрыты слизью. Если ты их расчистишь, можно будет быстрее передвигаться по городу. Вот это, кстати, круто. Отлично. Входы на станции расчищены, и поезда в нашем распоряжении. Грузовые вагоны достаточно велики для перевозки танков и других крупных боевых единиц. Слышу тебя хорошо. В атаку! Принимаю следующую дозу тирозина. Райгель, присмотри пока за всем. Непременно. Надеюсь, в этот раз тебе откроется что-то более важное. Разве генштаб не заявлял, что дикие зерги нам не угрожают? Неужели что-то изменилось? Должно быть кардинально. На разработку таких устройств нужно много времени и средств. Если они и правда так эффективны, как говорит Максвелл, нам будет гораздо проще. Но почему мы о них не знали? Может, нам забыли сказать, а может, нам врут. В любом случае, мне это не нравится. Согласен. Ладно. Хозяева стаи подождут, скрыть не то же от черви Нидуса. Нужно продолжать поиски. Я все еще что-то упускаю. Так. Нова на связи? Что-то новое у нас выпускает. Стоун, я ведь до сих пор не знаю, что с ним. Надеюсь, он выбрался из Шарпсбурга. Ты единственный пропавший призрак, вернувшийся на службу Доминиона. Это еще не значит, что он мертв. Зерги приближаются с обеих сторон нашей базы. Это хреново. Жду подтверждения. Так, ладно, хорош меня кушать, ребята. Ядерная ракета готова. Ваши войска атакованы. Замечен враг. Улучшение завершено. А, туретка, тут ее моя. И я-то думал. Ладно, на самом деле сворачиваемся. И вот этого, в принципе, хватит. Так, отлично, давайте выводить войска сразу сюда. Сейчас мы разберемся, сколько. Какова ситуация? У нас довольно большой отряд. Атаковано. Две ядерки. Начинаю штурм. Близится освобождение. Пора тут все зачистить.
Прочь с дороги! Ядерная ракета готова. Снова. Все точки появления червей Нидуса зачищены. В атаку! Прям ваншотом, что ли? Ликвидируем цель. Начинаю штурм. На острие атаки. Так, давайте-ка добьем. Порублю на кусок. Минус Нидус. Замечен враг. Так, и по сути, давайте попробуем шандарахнуть вот сюда. Пора тут все зачистить. Замечен враг. Значит, я даже правильно шандарахну. Дарю вам мирный атом. Близится освобождение. Помнится фразочка про мирный атом. Нова на связи. Может быть, веселой отсылкой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Начинаю штурм. Какова это ситуация? Было жестко. Так, а кто у нас, кстати, может. А, ну да, точно. Только этот гад. Так, тогда пересаживаемся вот так. Ядерная ракета готова. Строим, и нам нужен ворон один. Без вариантов нужен, потому что просто без него вообще никак. Хотя... Слышу тебя хорошо. Порублю на куски. Тревога! С востока надвигаются муталиски. Утверждение. Мута? Пристройка завершена. Так, а восток у нас где? В атаку! Приближаюсь к цели. Ага. На снизу. Три атаки. Я вас понял. Ликвидирую цель. Нова на связи. Начинаю штурм. Ну, здесь были не только муталиски. Не наврали, ребята. Какова ситуация? Так, порублю ладно. На куски. Так, давайте вот так встанем. Атаки. И попробуем бить всех лоркеров. С клинком наголо. Ядерная ракета готова. В атаку! Сейчас мы уберем гнездо луркеров, и все будет замечательно. Порублю на куски. Скрытни больше не представляют для тебя угрозы. Приближаюсь к цели. Замечательно. Хотя да, это же скрытни, это не луркеры. Нова на связь. Жду подтверждения. Так, давайте возвращаемся. Внимание! Так, вы возвращаетесь сюда. Идеально. И тоже встаете на защиту. А вы, где-то было еще два, а да, вы сэр. Идете отправляюсь вот сюда. В позицию. И мне нужно еще как минимум два. Ожидаю. На всякий случай. Зерги создали инкубатор рядом с нашей базой. Я уничтожу его. Дополнительное место нам пригодится. Согласен. Выпустить всех. Жду подтверждения. Так, давайте сделаем вот так и загрузим их всех внутрь. Слышу тебя хорошо. Ликвидирую цель. А смогу ли я, кстати говоря, просто шандарахнуть вот так зачистить. И убить их к хренам? Просто интересно. Ну, у меня три ядерки там как бы в запасе, поэтому... Ради бога. В атаку! Повтори. Бегу, Марс! Какова круто. Ситуация? С клинком наголо. Замечен враг. Нова на замечательно. Связи. Так, давайте к последней точке. Атаки. Продвигаемся к последней точке. Дарю вам мирный атом. Блин, долго будет. Шандрах. Какова ситуация? Жду подтверждения. Как-то так. Порублю на куски. Я не знаю, там, видимо, строение и людей имеется в виду. Райгель, я уже тогда понимала, что защитники темнят. Нужно выяснить, что случилось дальше. Агенты, докладывайте. Мы у третьей точки. Продвигаемся немного медленнее, чем планировали. Пилоты уже ждут. Не задерживайтесь.
Мне нужно заскочить в командный центр, когда мы закончим с установкой. Там остались резервные копии наших инструкций. Хорошо. Я почти закончила. Итак, последний раз будет три. Это нет? Только хозяева? Странно. После включения эта штука дает псионный резонанс. Что это такое? Я уже давно подумал о том, что это маяк. Вспоминаю историю первой части. Ладно. Я поняла. Мы не защищали эту планету от зергов. Мы привели их сюда. Правда, иногда бывает горькой. Горько придется защитникам, когда я наконец до них доберусь. Какова ситуация? Как-то так, отходим. Жду подтверждения. И начинаем нападать. Знаю, ты сейчас занята. Но я обнаружил среди руин следы высокоэнергетической плазмы. Требуются дополнительные хранилища. Замечательно. В атаку! На острие атаки. Повтори. Надо обязательно уничтожить всех. Порублю на кусок. Эти ребята мне точно принесут начинаю немало штурм. Проблем. Приближаюсь к цели. Ликвидирую цель. Замечен враг. Начинаю штурм. Ты устранила хозяев стаи, Нова. Ну, куда мне деваться, собственно говоря? Готово. Еще одна ядерка, замечательно. Ликвидирую цель. Приближаюсь к цели. Так, у нас здесь метро. Клинком наголо. Порублю. Ядерная ракета готова. Начинаю штурм. Ликвидирую цель. Благодаря тебе заработала еще одна транспортная ветка. Так, Нова на связи. Слышу тебя хорошо. Замечательно. Можно таким образом просто добавлять наших требуются ребят. Требуются дополнительные хранилища. Требуются, да, пожалуйста. Дополнительные хранилища. А, еще больше хранилищ, серьезно? Здесь нельзя строить. Водишь ты. Ну давайте сделаем вот так. В принципе, я всем доволен. Жду тем, что пока что мы имеем. Хочу попробовать сразу захватить доп. Цель. Это добыть экспериментальное оружие. О, здесь много народу. Давайте попробуем. Ядерку. Ядерку. Ей. Щебедум. Бабах. Порублю на куски. Вот, повтори. Видите, вы заработали достижение. Значит, атаку. Все-таки не обязательно убивать только здания. Как я и думал. Нова на связи. Можно убивать всех и вся. Начинаю штурм. С клинком на голову. Замечательно. Забираем оружие. Проходим. Спасибо, Нова. С твоей помощью я смогу улучшить наше вооружение. Замечен враг. И проходим потихоньку к последнему метро. На острие атаки. Где, собственно, и пополним наши отряды. Вооружен и опасен. Порублю на куски. Замечен враг. Замечательно. Ты восстановил работу всех веток метро. Завидное усердие. Снова. Дикие зерги приближаются к нашей базе. Слышу тебя хорошо. Вопрос только откуда? Начинаю штурм. Удиви меня. Ага. С двух сторон, да? Давайте выгрузимся здесь, там, по идее, ребята справятся. Переведем. Легко. Идеально. Все разложились. Ну, надеюсь, что да. Какова ситуация? Нова на связи. Саки. Экипажу занять боевые посты. Замечательно. Говорите. План полета утвержден. Как скажете. Не ожидалось, что здесь будут такие веселые ребята. Готово.
Ладно, ядерка готова, и на том спасибо. Ожидаю. Траектория проложена. Так. Слышу тебя хорошо. Короче, давайте в последнее метро. Да, я совсем забыл, что тебя надо переставить, чтобы ты нормально работал. Ядерная ракета готова. Куча ядер готова. Повтори. Порублю на кусок. Брось в дороге! Замечен враг. Начинаю штурм. Жду поддержки. Какова ситуация? У меня две новых. Круто. Приближаюсь к цели. Время и тирозин на исходе. Я должна вспомнить все. Если защитники на самом деле не сотрудничают с Доминионом, их покрывает кто-то изнутри. Пока мы ни в чем не можем быть уверены. Я попробую взломать защиту этих устройств после их активации. Так, с кем же мы будем сражаться? Давайте с ультралисками, потому что они мне не нужны, и с муталисками, да? Думаю, это пси-излучатели. Как те, что когда-то использовала Конфедерация. Нова, мы должны бежать. Я не зачистил командный центр. Там остались наши инструкции. Мы доставим их в Генштаб в качестве доказательства. Проклятье. Излучатель заработал. Я думал, мы понимаем друг друга. Вы меня разочаровали. Вернуть их на базу. С одной стороны, хочется сказать, что это из-за нас. Я кое-что вспомнила. Есть еще одно место, которое я должна посетить. А с другой стороны, вроде бы и нет. Ладно. Давайте последний раз пополняем наш отряд. Теми, кто сейчас в него войдет. Ядерная ракета готова. У нас готова куча ядерок. Шандарахнем сюда. Мирным атомом. К бою готова. Нас три атаки. Начинаю штурм. С клинком наголо. Порублю на куски. Ликвидирую цель. Приближаюсь к цели. Замечательно, когда у тебя есть мирный атом. В атаку. Не правда ли? Нас три атаки. Вооружен и опасен. Начинаю штурм. Так, ну, с этими ребятами у нас точно проблем теперь не будет. Порублю на куски. Приближаюсь к цели. Встреча с новыми ультралисками тебе больше не грозит. Надеюсь, ты рада. Дарю вам мирный атом. Мирный атом, друзья мои. Мирный атом. Что на новенького? Уж чего-чего, а атома мне здесь не хватало немножечко. Улетай! Близится освобождение. Пора тут все зачистить. Я думаю, ядерками все добьем. Улучшение завершено. Жду подтверждения. Начинаю штурм. Ликвидируется. Жду подтверждения. Нова на связи. Повтори. Таким образом, баг, короче, я нашел маленький баг, который, видимо, не нашли наши друзья из Blizzard. Если запихнуть вашу копию. Отлично. Зерги больше не смогут создавать муталисков. Турм. Ликвидирую цель. В общем, если запихнуть вашу копию в подземку до того, как она исчезла, исчезнет, то есть вероятность того, что она станет полностью вашей, и вы сможете ей управлять. Короче, она не будет исчезать, как могла бы исчезнуть. Вы поняли, о чем я. Близится освобождение.
Идеально. Конечно. Ответный огонь! Там почему вы еще сюда бежите? Как скажете. Ай-яй-яй. План полета утвержден. Ай-яй-яй. Траектория проложена. Успел я? Не успел. Приказы будут? Ну, надеюсь, эти ребята помогут. Что тут освободить? Еще два есть. Так, эти ребята должны будут отвечать за оборону вот этого места. Экипажу занять боевые посты. Все же остальные. Порублю на куски. Нас три атаки. Приближаюсь к цели. Помощь нужна? Так, а почему ты не стал оборонять? Ну, допустим, ты будешь оборонять вот эту часть. Все, он разложился. Замечательно. Если ребята тоже разложились, давайте сразу зайдем в метро, чтобы тут же выйти в другом месте. Не все, правда, туда помещаются. Ну да ладно. Кстати, давайте я проверю свою теорию. Смотрите, я создаю копию. Помещаю ее сюда. Вывожу, и она нифига не работает. Видимо, это был просто какой-то глюк. Вот такое дело. Но, тем не менее, вы знаете, что такой глюк может быть. Поняла. А, возможно, ей стоит вывести ее через другую, либо это было во время заставки. Хрен его знает, но факт остается фактом. У меня есть одна копия новой, которая является дубликатом, причем бесконечным дубликатом. Это круто. Уже в путь. Какова ситуация? Мне нравится это. Повтори. Правда, у меня уже больше ее нету, потому что она только что сдохла, но... Слышу, будь отлично. Она была. Выполняю. Ближе к делу. Она определенно положись была. Ля-ля-ля-ля. Выдвигаюсь. В атаку. Так, ну, здесь я вроде ничего не найду. Замечен враг. Нова на связи. Значит, я должен буду просто идти вперед. Идти вперед. Начинаю штурм. Так. Нова на связи. Утверждение. Повтори. Нова, у нас есть оборудование, способное быстро поставить тебя на ноги. Нужно только немного подождать на базе. Что-то мне не очень нравится куча этих отлично ребят. Ядерная ракета готова. Есть, да. Еще бы. Выполняю. Понятно! Все понятно! Окей! Круто! Брось дороги! Как бы нехрен меня микозить огня тут! Так точно! Так точно, сэр! Почему бы и нет? Разоспешка! Давайте просто раздолбаем здесь все. Насколько это возможно, скоро нам. Я засек еще одну группу зергов. Готовься, скоро они пойдут в атаку. Да ладно, серьезно, правда что ли? Давай, ядерная ракета готова. Я знаю, что делать. Выполняю. Слышимость отличная. Так, я сейчас мы добиваем. Готова. Командный центр. Замечен враг. Уже в пути. Ближе к делу. Выдвигаюсь. Там была задача не оставить никого. Вообще, в принципе. Что тут освободить? Поэтому... Конечно. Ядерная ракета готова. Запускаю двигатели. Поэтому придется это делать. Не оставив никого в живых. Какова ситуация? Положись на меня. Слышимость отличная. Ни одно здание не должно было остаться, короче говоря. Я обо всем позабочусь. Нова на связи. Выполняю. Уже в пути. Поняла. Поняла. Ближе к тебе. Не, моим ребятам жопа. Я обо всем позабочусь. База атакована. Положись на меня. Простите, ребят. Вступаю в бой. Давай, удиви меня. Нова, которая вступает в бой. Нова на связи. Выдвигаюсь.
Я обо всем позабочусь. Уже в пути. Так, а что если просто дарю шандарахнуть по ним ядеркой, потому что база, вы меня достали? Помощь нужна? Идеально. Так, ладно, они меня все равно пока не убьют. Легко. База отлично. Атакована. Так, остальных я как-нибудь уже добью, я думаю. Выдвигаюсь. Ближе к делу. Положись на меня. Поняла. Слышу тебя хорошо. Так, если что, у меня здесь ожидаю. Есть еще ребята. Да, сэр. Которых я могу снять отсюда. Жду приказаний. И ребята, которых я могу снять отсюда. Запускаю. Нова на связи. Поняла. Выполняю. Так. Какова выпущаем ситуация? Всех. Повтори. На волю. Уже в пути. Зданий слышу больше вроде отлично. Нету, кроме вот этого. Выдвигаюсь. Внимание! Высылайте подмогу! Жду подтверждения. Какова ситуация? Давай, удиви меня! Выполняю. Замечательно. Ну а новую тем положи временем отправляем. Наверх, поняла. Наверное. Ближе к да, никаких полумер. Мы выполнили это задание. Повтори. Слышимость отличная. Конечно. Идеально. Ядерная ракета готова. Как скажете. Все, новую но можно на отправлять. Кому навешать? Они здесь. Наши инструкции. Тогда, я полагаю, мы можем возвращаться. Пока нет. Я должна вспомнить еще кое-что. Пора использовать остатки тирозина. Связаться с Валерием. Что случилось снова? Я все вспомнила. Они лгали мне. Вынуждали убивать невинных ради своей чертовой цели. Их лидер, генерал Дэвис. Дэвис? Она всегда была верна моей семье. Семье, но не вам. Пока она жива, гражданские будут умирать. Ее нужно убить. Нет. Народ призывает меня отречься от престола. Нельзя позволить ей стать мученицей. Нужно все сделать правильно.
Пока мы ждем, гибнут люди. Разве это для вас не важно? Важно. Я понимаю, через что вы прошли, но решать не вам ново. Ставки слишком высоки. У меня есть план, и я надеюсь на вашу помощь. Хорошо. Генерал Каролина Дэвис. Это Валериан Менгск. Я намерен сложить свои полномочия. Так и недолго правил наш друг Валера. Недолго. Ну да ладно, что я хочу сказать, дорогие друзья, это то, что... Все у нас хорошо, мы прошли наконец-то полностью эту главу и узнали о том, что, вот видите, как генерал убивает людей. Это хреново, на самом деле очень хреново, очень печально. И то, что Валерка правил вовсе недолго, это тоже, конечно, печально. Ну да ладно, я думаю, как-нибудь мы это дело поправим, а сама сценка мне напоминает отсылку к первой части, к самому началу Брудвора. А там, если помните, был ролик, где тоже включали так пластиночку, играла хорошая музыка, и планету к хренам забрасывали и оставляли людей умирать. Вот, а здесь примерно то же самое, он отрекается и заставляет людей все еще умирать. Вот, поэтому как-то похоже. Ну ладно, всем спасибо за внимание, с вами был, как всегда, Дезертир, пока-пока и удачки, мои дорогие друзья.